Вот почему-то я не слышу звука, это крянет. Меня слышно? Я тоже не слышу звука. Нет звука. Нет, Антон, да, да, вот я вас слышу сейчас. Пока а нет звука. Леонид Антонович, скажите что-нибудь. Меня не слышно? Леонид Антонович, у вас микрофон выключен. Все слышно, пока еще не говорим. Сейчас начнем заседание. Ага. Коллеги, помните, что запись уже идет в Teams, так что, пожалуйста, без лишних разговоров. Убедительная просьба. Добрый день. Добрый день, глубокоуважаемые члены диссертационного совета. Сегодня мы работаем в очно-заочном формате. Часть людей присутствует в зале ректората, а часть людей удаленно работают. Всем были разосланы ссылки для регистрации. Регистрация происходит с помощью сервиса Microsoft Forms. Учет кворума и правомерность проведения заседания определяется на основе выгрузки информации из информационной системы. Итак, все зарегистрировались. Утвержденный состав диссертационного совета ПДС 0200.001 – 15 человек. Присутствует 12 человек, в том числе 6 докторов по профилю рассматриваемой диссертации. Таким образом, кворум есть. Разрешите открыть заседание. На повестке дня защита диссертации Крюковой Анастасии Леонидовны на тему оценки скорости сходимости и построения предельных характеристик для нестационарных марковских моделей массового обслуживания.
Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Научный руководитель, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики Вологодского государственного университета Зейфман Александр Израилевич. Нет ли возражений по повестке дня? Возражений нет. Приступаем к рассмотрению диссертации. Итак, работа выполнена на кафедре прикладной математики Института математики и естественных и компьютерных наук Вологодского государственного университета. Официальные оппоненты. Доктор физико-математических наук Кранев Александр Витальевич. Доктор технических наук Степанов Сергей Николаевич. И кандидат физико-математических наук Сопин Эдуард Сергеевич. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Пожалуйста, Анастасия Вячеславовна. Да. Соискатель Крюкова Анастасия Леонидовна, 1980 года рождения, гражданка России, в 2015 году окончила с отличием Вологодский государственный университет по направлению прикладная математика и информатика. С 1 октября 2019 года по настоящий момент обучается в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению соответствующему научной специальности НПЛ-13-18 математическое моделирование, численные методы, комплексы программ, по которой подготовлена диссертация. В настоящее время работает старшим преподавателем кафедры прикладной математики Вологодского государственного университета. Диссертация выполнена на кафедре прикладной математики Института математики естественных компьютерных наук Вологодского государственного университета, научный руководитель Зейфман Александр Израилевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики Вологодского государственного университета. Материалы личного дела и документы предварительной экспертизы соответствуют требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней. Будут ли вопросы в связи с соглашением документов? Вопросов нет. Слово предоставляется соискателю для доклада по теме диссертации. Пожалуйста. Кнопочку нажмите, пожалуйста. Мне еще подождать. Извините. Можно? Угу. Ой. Уважаемые участники заседания диссертационного совета, разрешите представить доклад на тему оценки скорости сходимости и построения предельных характеристик для нестационарных моделей массового обслуживания. Диссертационное исследование было выполнено под руководством доктора физико-математических наук профессора Зейфмана Александра Израилевича. Несмотря на то, что задачи, связанные с обслуживанием большого массива однородных требований, встречаются в совершенно различных областях, от эффективного управления предприятиями и транспортными сетями до существования биологических систем, наиболее востребованы в настоящее время исследования в сфере телекоммуникационных систем. Система массового обслуживания описывается неоднородными марковскими процессами. Исследование нестационарных марковских цепей состоит в получении оценок скорости сходимости к предельному режиму устойчивости и построения по полученным оценкам основных предельных характеристик. Исследование сводится к изучению прямой системы Колмогорова, система 1 на слайде. И эта система линейных дифференциальных уравнений специального вида в общем виде, в общем случае матрица АТ состоит из функций от времени.
Система подвергается ряду преобразований таким образом, чтобы в процессе этих преобразований основная матрица системы стала существенно неотрицательной. В этом случае используется традиционный метод логарифмической нормы. Я рассматриваю только такие систему массового обслуживания, где матрица существенно отрицательной не становится и требуются другие методы исследования, то есть метод логарифмической нормы не дает содержательных результатов в этих случаях. Этим определяется цель работы. Цель работы — получение явных, по возможности точных оценок скорости, сходимости и устойчивости, построение на их основе предельных характеристик. В тех системах массового обслуживания, для которых применение метода логарифмической нормы невозможно, не дает содержательных результатов. А для этого используются методы дифференциальных неравенств и метод, основанный на понятии функции Липунова. Для программного решения использовался метод Рунге-Кутты четвертого порядка. Основные задачи продиктованы целью. Исследовать с помощью метода дифференциальных неравенств следующие системы массового обслуживания. Три из них с конечным пространством, состояние вы видите на слайде. Первая, в которой требования поступают одновременно и обслуживаются по одному. Вторая, в которой требования поступают по одному, обслуживаются одновременно. Третья, в которой требования поступают только парами и обслуживаются по одному. И четвертая модель со счетным пространством состояния, в которой требования поступают по одному, обслуживаются только парами. При помощи метода, основанного на функции Липунова, мы сначала рассматривали однородный процесс рождения гибели, а затем процесс конечного пространственного состояния, в которое требование поступает группой и обслуживается по одному, и последняя модель с конечным пространственным состоянием, в которое начальный момент требования поступает группами, а затем по одному и обслуживается по одному. Задача получить в каждой из рассматриваемых моделей оценки скорости сходимости, устойчивости и на основании полученных оценок построить предельные характеристики. Соответственно, положения, выносимые на защиту. Это применение метода дифференциальных неравенств к перечисленным моделям, применение метода, основанного на понятии функции Липунова, да, получение оценок и построение предельных характеристик. Научная новизна состоит в новизне рассматриваемых моделей. Я не буду зачитывать заново модели, они на слайде представлены. Вот. Теоретическая значимость состоит в применяемых методах, в методах, основанном на понятии функции Липунова и методах дифференциальных неравенств. Эти методы, возможно, будут полезны для изучения других подобных ситуаций, и, соответственно, их применимость может быть в сфере телекоммуникационных систем, да, построения исследования. Начнем с марковской цепи. Рассмотрим систему. Система S, которая может находиться в одном из состояний, ну, тут они обозначены 0, 1 и так далее, n. X от T — это обозначение состояния системы в момент времени T. Через Q, и T, жит обозначается вероятность перехода от итого состояния к житому. Появляется матрица Q от T, вы видите ее на слайде, состоящая из Q, и T, жит. При транспонировании она превращается в матрицу А, и мы переходим к прямой системе Колмогорова. На этом слайде она под номером 4. Позволю себе ввести классификацию рассматриваемых процессов. Важный класс марковских цепей — это неоднородный процесс рождения и гибели, и я отношу его к первому классу. Второй класс — это процессы, где требования поступают по одному или группами, обрабатываются только по одному. Противоположно, к третьему классу отнесем процессы, где требования поступают по одному, обрабатываются по одному или группами. Ну и четвертый класс, где требования могут поступать по одному группами и обрабатываться тоже по одному и группами. Преобразование. К преобразованиям систем. Обычно система подвергается следующим преобразованиям. Первое — исключение нулевого состояния. Таким образом, мы от системы 9 переходим к системе 10. Затем мы переходим к однородной системе.
И далее производится следующее преобразование. Вектор решения x от темы слева домножаем на матрицу t. Это верхняя треугольная матрица, ниже главной диагонали все нули, а выше главной диагонали и на главной диагонали единицы. Таким образом, мы переходим к системе 12. Именно в этой системе, если матрица существенно не отрицательна, то применяется метод логарифмической нормы. Вот. В наших моделях матрица не является существенно неотрицательной. Дальше происходит такое преобразование, домножение вектора решения на диагональную матрицу D. В ней все элементы, кроме диагональных, нулевые, а диагональные элементы не нулевые. И тем самым мы переходим к системе 13. Перейду к описанию метода дифференциальных неравенств. Он состоит в том, что мы разбиваем числовую прямую на такие интервалы, где каждая координата решения не меняет свой знак. Тогда возможен подбор таких значений dkt, что произведение ukt на dkt больше нуля. Подбираются dkt вручную, и алгоритмически вот как бы тут это невозможно сделать. Вот. Но мы видим, что в равенстве 14 записано норма вектора W от V от T, и возвращаясь к решениям, мы получаем оценки 15 и 16 из вот этого равенства 14. Затем, получая значение альфа D, такое, чтобы выполнялось неравенство, которое вы видите на слайде, получаем оценку 17. Проинтегрировав последнее неравенство, мы получаем оценку 18, и затем, сравнивая все нормы, возвращаясь к решению YKT, мы получаем оценку 19. Во второй главе рассмотрены модели, которые изучались при помощи метода дифференциальных неравенств. Это 4 модели, содержание второй главы перед вами на слайде. Поскольку производимые действия все время одинаковые, то можно сформулировать алгоритм исследования. Получая оценку скорости сходимости, мы находим такой момент времени Т со звездочкой, что, начиная с него, вероятностные характеристики процесса с данной погрешностью не зависят от начальных условий. После этого из оценок скорости сходимости мы получаем оценки устойчивости. Затем переходим к нестационарной модели с одинпериодическими интенсивностями по времени. И на основании полученной оценки выделяем тот отрезок от нуля до t со звездочкой плюс единица. Решаем систему Колмогорова с начальным условием x от нуля равно нулю. И строим предельные характеристики на вот этом отрезке от нуля до t со звездочкой плюс 1 и на отрезке единичной длины, да, получаем все основные предельные характеристики с требуемой погрешностью. Рассмотрим модель из параграфа 2.1. На слайде вы видите опять прямую систему Колмогорова и указана матрица 21, соответствующая этому процессу. Да, здесь требования поступают все одновременно, а обслуживаются по одному. Дополнительное условие невозрастания мюкатова. Дальше подвергаем уже перечисленным преобразованиям. Исключаем состояние по нулевое. Переходим к системе однородной. Вы видите ее на слайде. Дальше при помощи верхней треугольной матрицы T переходим к системе 25. Матрица основная на слайде пронумерована 26. Дальше при помощи диагональной матрицы получаем систему с основной матрицей, без двумя звездочками, и это матрица 28. Вот здесь вот появляются параметры D, значения которых нам нужно подбирать. Вот. Дальше, рассматривая все возможные комбинации знаков, мы получаем значение альфа со звездочкой и получаем оценку 29. Вот. Далее для этой конкретной модели эту оценку можно переписать в виде 30, и здесь сформулирована теорема, да, в которой мы эту оценку представляем.
Следствие этой теоремы, здесь получены оценки устойчивости. Да. Здесь Е нулевое с чертой – это математическое ожидание числа требований в исходной системе и возмущенной системе, соответственно. Переходим к нестационарной модели. Интенсивность задана так, как вы видите в первой строчке на слайде. И тогда оценки, все оценки, которые были получены ранее, вот они здесь приведены одна за другой, 4 оценки с 34 по 37. Положив размерность системы 200 и выбрав параметр h за 1/2, мы получаем конкретную оценку скорости сходимости. Это оценка 38 на слайде. И опять выполняем определенные шаги поступательно. Да, мы выбираем, получаем значение t нулевое, которое гарантирует нам сходимость решения. Да, на этом этапе мы решаем численно задачу Каши при начальных условиях x от 0 равно 0, x от 0 равно 200. И вычисляем предельные характеристики, то есть вероятность пустой очереди и математическое ожидание числа требований в очереди. На основании вычислений строим графики на отрезке от 0 t со звездочкой плюс 1 и на отрезке единичной длины. Давайте посмотрим иллюстрацию. Вот для этой модели вероятность пустой очереди. Вот на единичном отрезке эти графики. Это математическое ожидание. И опять единичный отрезок. Теперь перейдем к оценкам устойчивости. Они записываются для этой модели как 39 и 40. Да? Принимая n равное опять 200 и значение параметра h 1/2, мы получаем оценку 41. И это позволяет построить следующую иллюстрацию. Вероятность того, что число требований в системе равно нулю для возмущенной модели. А для математического ожидания оценка имеет вес 43. Так. Спасибо. Вот. И, соответственно, полоса устойчивости для математического ожидания. Так. Содержание третьей главы на слайде вы можете видеть. Здесь перечислены модели, которые рассматриваются в третьей главе. Перейдем к методу функции Липунова. Функция Липунова, всегда мы ее задаем как сумма квадратов координат решения для системы 44. Если x от t – это конечный однородный процесс рождения и гибели, то существуют такие числа d и t, положительное число бета со звездочкой и множество чисел альфа и т, таких, что производная функция Липунова может быть записана в виде 45. Причем параметры альфа-ката и альфа-ка плюс 1, ну то есть все альфаиты можно подобрать таким образом, что второе слагаемое станет нулевым. И тогда имеет место оценка 46, и эта оценка является точной. Смотрим другую модель. Это модель, в которой число требований поступает группой, обслуживаются по одному. Вот. В ней матрица и система, соответственно, имеют вид 49 и 48, как вы видите на слайде. Вот. И для матрицы P с двумя звездочками также можно записать производную в виде, ну, вот таком, как представлено на слайде. А это значит, что имеет место теорема, в том случае, когда мы рассматриваем эту модель, имеет место оценка 50, и эта оценка тоже является точной. В параграфе 3.3 исследована аналогичная нестационарная система обслуживания с конечным пространством состояний. Вот. Хотелось бы остановиться на системе, которую рассматривала в параграфе 3.4. Она отличается от других немного тем, что мы используем другие преобразования. По первой строке матрицы записано равенство, представленное на слайде, и преобразовано оно тоже так, как представлено на слайде.
Вот. В результате мы имеем следующую систему с матрицей А со звездочкой такой, что произведение D, А со звездочкой на обратную к D имеет вид 52. И такой вид тоже позволяет привести производную функцию Липунова к виду 53. Да? И опять, подбирая параметры альфа-ката и альфа-ка плюс 1, мы получаем оценку скорости сходимости 54. Это точная оценка. Рассматриваем нестационарную модель. Интенсивности заданы так, как вы видите на слайде. И, соответственно, мелко, но, я надеюсь, видно матрицу, которая соответствует этой системе. Вот иллюстрация, сразу перешла к иллюстрациям. Да? Вероятность пустой очереди на отрезке от 0 до 17. Да, здесь начальное условие x от 0 30, а x от 0 равно 10. Вот, вот на единичном интервале, ну, на единичном отрезке, простите, график здесь синего не очень хорошо видно, потому что графики настолько совпадают, что синий перекрывается красным, извините. Математическое ожидание. Вот. И математическое ожидание на единичном отрезке. Угу. В заключении работы сформулированы основные результаты, а в приложении содержится краткое описание программы, которая была выполнена для построения основных характеристик. Предельных характеристик. Основные результаты я вывела вот на слайд. С помощью метода дифференциальных неравенств исследованы следующие модели марковского типа. Они перечислены на слайде. Я, наверное, не буду их повторять. Да? Затем перечислены модели, которые были изучены при помощи функции Липунова. Для всех моделей получены... Для всех моделей получены оценки скорости сходимости, устойчивости и построены предельные характеристики. Апробация результатов проводилась на семинарах кафедры прикладной математики и на ряде конференций. Я их вывела на слайд. И результаты были опубликованы в следующих изданиях. Вот они идут. Так. Они... Извините. Благодарю за внимание. Какие будут вопросы к соискателю? Добрый день. Можно задать вопрос? Да, да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Маркова Екатерина Викторовна, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятности РУДН. Анастасия Леонидовна, скажите, пожалуйста, вот вы в своей работе исследовали 5 моделей. И поясните, пожалуйста, для каких из них примененные вами методы, это вот метод дифференциальных неравенств и метод, основанный на применении функции Липунова. Дают лучшие результаты с точки зрения скорости, сходимости и устойчивости. Так, вот я, простите, я возвращаюсь к слайду. Да? Mm-hmm. Здесь перечислены модели, которые изучаются при помощи метода дифференциальных неравенств. И ниже, да, в пункте 2 перечислены методы, модели, которые изучались при помощи функции Липунова. Да? Вот. Да, значит, эти модели перечисленные, да, то есть они не как бы исследуются при помощи логарифмической нормы, поэтому для первых 4 моделей мы можем использовать только этот метод, да, не сопоставляя. Вот. Для однородного процесса рождения и гибели, да, получена точная оценка, да, я про второй блок, да, и оставшиеся модели, они исследуются при помощи функции Липунова и сопоставить результаты, ну, как бы с другими методами не... Ну, нет возможности. Вы удовлетворены?
ответом. Да, хорошо, спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста, Юрий Петрович Рыбаков. Конечно, можно задать вопрос? Я, так сказать, посмотрел очень интересный метод дифференциальных неравенств, но когда вы используете функцию Ляпунова, там же есть ограничения довольно серьезные. Когда вы накладываете условия на процесс, чтобы Маркович не нарушилась. Так ведь? А если система такова, что функция Ляпунова не дает вам условия устойчивости, а наоборот, приводит к неустойчивости, тогда это условие нарушится. Вы такие вещи не рассматривали? Нет, к сожалению, такие вещи вот не рассматривали. Это, по-моему, самый практический случай. Возникает неустойчивость на каком-то интервале. Она выбивает систему из маковости, и все, и ваши методы не работают. Подумайте на этот счет. Да, хорошо, спасибо большое. Спасибо, это очень интересное и важное замечание. Есть ли еще вопросы к соискателю? Если вопросов нет, то по регламенту я должен объявить технический перерыв. Необходимости объявления технического перерыва, то позвольте дать слово научному руководителю соискателя Зейфману Александру Израилевичу. Пожалуйста. Спасибо. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, да. Микрофон включите, кнопочка засветиться должна. Вот, вот. Да, спасибо. Ну, я не буду повторять тот отзыв, который выложен уже на сайте, официальный отзыв. Вот, а немножко к нему добавлю нового. Ну, во-первых, вот Анастасия Леонидовна уже говорила, что та задача, которую мы рассматриваем глобальная, состоит в том, что мы исследуем нестационарные марковские системы массового обслуживания и пытаемся для них построить предельные характеристики. Такая задача решается многими авторами в разных ситуациях. И один принципиальный момент, очень важный, это получение оценок для того, чтобы можно было с уверенностью знать, что то, что мы построили, является именно предельными характеристиками, а не какими-то несодержательными данными. Вот. Значит, проще всего, я чуть-чуть, несколько секунд потрачу, проще всего применять метод логарифмической нормы, так называемый. Он состоит в том, что если у нас есть линейная система дифференциальных уравнений, то у матрицы этой системы считаются суммы элементов по столбцам, выбирается из них самая большая, и вот как раз это дает нам показатель экспонента для оценки скорости сходимости. Вот. Вот те системы, которые мы рассматриваем, они так, матрицы их, так сказать, имеют диагональную доминанту или близкие к этому. И вот если вне диагональные элементы не отрицательны, то этот метод очень хорошо работает и позволяет получать точные оценки скорости сходимости. То есть буквально точные, вот, можно подобрать там. Вот, а если получается не такая матрица, то метод логарифмической нормы или совсем не позволяет получить оценку, ну или теоретически позволяет, а практически нет, потому что не удается подобрать соответствующее преобразование. Поэтому вот задачей Анастасии Леонидовны было рассмотреть вот эти вот два метода, которые мы нашли, и показать, что они работают, эти методы, для новых классов моделей, которые по-другому трудно исследовать. Вот это удалось сделать. И этим, ну вот, кстати, еще хотелось бы сказать, что применение функции Ляпунова, вот, значит, у нас здесь вот в тех моделях, которые рассматриваются, ситуация устойчивости, она априори, как правило, есть, вопрос только в оценках, в получении оценок, которые можно использовать. А про функции Ляпунова и
то, что их можно применять. Предыдущий, защищавшийся на совете здесь же в РУДН, Киселевой, 4 года назад, на защите как раз было высказано пожелание, не 4, вру, 3 года назад, попробовать применить метод функции Лебунова. И мы вначале думали, что он всегда хорошо работает, а потом оказалось, что нет, не всегда. И вот пришлось еще применить этот метод дифференциальных неравенств, который на самом деле тоже можно свести к функциям Лепунова, только кусочно-линейным, там обоснование становится более сложным, а так оно получилось проще. Анастасия Леонидовна со всем этим успешно справилась, и я считаю, что она продемонстрировала свою квалификацию и подготовила хорошую работу, которую можно считать как кандидатскую диссертацию, несомненно. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Извините, спасибо большое. Есть ли вопросы к Зейфману Александру Израилевичу? Если вопросов нет, то слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и автореферат, предоставляется ученому секретарю совета Анастасии Вячеславовне Демидовой. Анастасия Вячеславовна, прошу вас. Спасибо. В деле имеется заключение организации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Вологодский государственный университет, принятое на заседании кафедры прикладной математики, где была выполнена данная диссертация. Содержание заключения положительно. Кроме того, в совет поступило 4 отзыва на автореферат. Все отзывы положительные. Если члены совета не возражают, я полностью зачитывать их не буду, сделаю лишь их обзор. Да, сделайте, пожалуйста, обзор. Первый отзыв поступил от Горшенина Андрея Константиновича, кандидата физико-математических наук, доцента, ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра информатики и управления РАН. Отзыв положителен. Положительный, содержит краткую характеристику работы. В качестве замечания отмечено отсутствие в тексте автореферата описания программного решения для построение характеристик марковского процесса, приведена только гиперссылка на интернет-ресурс, на котором выложен программный код. Второй положительный отзыв поступил от Дудина Александра Николаевича, доктора физико-математических наук, профессора, заведующего научно-исследовательской лабораторией Белорусского государственного университета. В отзыве отмечена актуальность исследования и полученных результатов, замечаний отзыв не содержит. Третий отзыв поступил от Моисеевой Светланы Петровны, доктора физико-математических наук, профессора, профессора кафедры теории вероятности и математической статистики Национального исследовательского Томского государственного университета. В отзыве отмечена актуальность исследования и дана краткая характеристика работы. Отзыв положительный и содержит следующие замечания. В автореферате следовало бы более подробно описать модели рассматриваемых систем массового обслуживания и их новизну. В тексте автореферата не указано, для каких предельных характеристик применяются оценки. Было бы уместно представить графическую интерпретацию полученных оценок скорости сходимости для одной из моделей и сделать выводы и рекомендации по их использованию. Кроме того, используемые автором выражения, изученные процессы, изученные модели следовало бы заменить на проведено исследование. И последний отзыв поступил от Ушакова Владимира Георгиевича, доктора физико-математических наук, профессора, профессора кафедры математической статистики факультета ВМК Московского государственного университета имени Ломоносова. В отзыве отмечена актуальность темы исследования, дан перечень решаемых задач в работе, и в качестве замечаний указано на слишком короткое описание основных терминов и перегруженность формулировок теорем. Все. Спасибо. Анастасия Вячеславовна, слово для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах на автореферат, предоставляется соискателю. Ответ на замечание Андрея Константиновича о отсутствии в тексте автореферата программного решения. Спасибо, с замечанием согласна. Описание программного решения отсутствует, потому что в автореферате сделала акцент на теоретические результаты, так как мне кажется, их новизна более значима. Ответ на замечание Светланы Петровны об отсутствии подробного описания модели, рассматриваемых, и о графических иллюстрациях. Спасибо, с замечанием согласна, и
следовало бы указать в тексте про то, какие вычисляются предельные характеристики, привести графические изображения и подробно описать модели, ну, не позволил, наверное, формат, краткий формат автореферата, который требуется. Но замечание, конечно, согласна. Ответ на замечание Владимира Георгиевича о слишком перегруженных формулировках теорем. Вот, полностью согласна с замечанием, постараюсь учесть это в дальнейшей работе. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы к соискателю по его ответам на замечания? Вопросов нет. Переходим к заслуживанию отзывов официальных оппонентов. Слово предоставляется первому оппоненту, доктору физико-математических наук, Краневу Александру Витальевичу. Александр Витальевич, включите, пожалуйста, камеру. Да, я включил. Спасибо. Так, ну вот, я один из оппонентов этой диссертации. Диссертация действительно носит задачи, которые в ней решаются, актуальный характер. Что касается вот этой актуальности, то она посвящена исследованию новых классов моделей систем массового обслуживания. Изучение таких моделей может быть сведено к системам дифференциальных уравнений с матрицами интенсивности, которые имеют характерные структуры, рассмотренные в диссертации. В частности, они применяются для реализации облачной сети радиодоступа, решения проблем оптимального планирования, поступающие задания о наборе серверных очередей. Извините, пожалуйста, Александр Витальевич, извините, пожалуйста, у вас видео включилось, вы пробовали включать видео в начале. Видео, включил видео, да. Вот все, да. Спасибо. Можете, чтобы ваше лицо было видно, Александр Витальевич? Да, пожалуйста, да. Пониже. Так, и, естественно, для анализа времени ожидания и времени ответа в системах массового обслуживания, востребованность исследований именно нестационарных марковских процессов, как и является основным объектом исследования диссертации, постоянно возрастает. Поэтому является актуальной задачей получение именно оценок скорости сходимости, ну, сначала устойчивости, конечно, а потом уже на основе устойчивости оценить, насколько быстро все это сходится, с какой скоростью. В условиях наличия устойчивости. Поэтому я, вот, между прочим, и замечание с этой точки зрения. Конечно, прежде всего исследование устойчивости, а потом уже исследование скорости сходимости для различных классов моделей. А также применение полученных оценок для построения основных предельных характеристик конкретных систем рассматриваемой диссертации массового обслуживания. В работе решается задача получения оценок устойчивости для некоторых классах моделей и применение полученных оценок для отыскания предельных характеристик систем массового обслуживания с различными дисциплинами, поступающие обработки требований. Содержание диссертационной работы. Работа состоит из трех глав. Я не буду подробно, с вашего разрешения, описывать содержание каждой главы. Вот основные, так сказать, вопросы рассматриваем в каждой главе. В частности, вот в первой главе введены основные определения, классификации марковских цепей, сформулированы базовые утверждения для получения возмущенных процессов, описаны методы, применяемые для дальнейшего исследования. Что касается второй главы, то в ней рассмотрены вот те четыре новые модели, которые являются основным, так сказать, объектом исследования диссертации, с использованием метода дифференциальных неравенств, полученные оценки скорости сходимости, устойчивости, и на основе этих оценок построены основные предельные характеристики. Нужно сказать, что действительно в диссертации применяются уже классические липуновские методы исследования динамических систем,
и в частности нестационарных, и особенно нестационарных систем, а именно первый метод или во времена Липунова, первая метода Липунова, вторая метода Липунова, первый и второй метод Липунова. Первый метод Липунова обычно связывается с, действительно, сравнением поведения нестационарного процесса искомых функций как функции времени с какой-то базовой системой функций. Липунову было предложено экспоненты со связанными показателями. А второй метод, как известно, состоит в построении такой функции Липунова, которая отвечает на вопрос устойчивости, беря производную силу системы и отслеживание, как ведет это производная этой функции Липунова по времени, соответствующие теоремы Липуновского типа. Оба метода по существу применены в этой работе. Первый метод, это касается как раз метода дифференциальных неравенств, а метод функции Липунова, непосредственно он используется так, как и предложил Липунов, и в частности, вид этой функции такой классический в виде квадратичной функции, соответствующей переменными коэффициентами, которые подбираются соответствующим образом так, чтобы было обеспечено результат, связанный с исследованием устойчивости решения. Третья глава, заключительная. В третьей главе рассмотрены модели, для анализа которых использован как раз метод, основанный на методе Липунова. Функции Липунова, извините. Для двух моделей теоретически обоснована возможность применения этого метода для получения точных оценок скорости исходимости. К сожалению, метод не всегда в той парадигме, которая строится, эти функции Липунова, диссертации не отвечает этот вопрос относительно вот этих оценок с этой точки зрения. Первый метод, основанный на дифференциальных неравенствах, дает более широкое, так сказать, поле для изучения и получения результата, связанного с этими оценками. Но тем не менее, и этот метод дал соответствующие конструктивные результаты. Между прочим, эти оценки, которые получается, диссертант называет их точными. Я привык говорить все-таки оценки достижимые, неулучшаемые оценки с точки зрения тех параметров, которые ограничивают сверху поведение как функции времени этих характеристик этого процесса. Неулучшаемые. То есть, если вы оцениваете неравенство некой константы умножить на e в степени минус альфа, t, где альфа больше нуля, то есть предполагает, что он стремится к нулю этот процесс скоростью альфа, то оценка является неулучшаемой, если альфа максимально возможное значение, и есть процессы, для которых эта оценка достижима. Но так же, как и в известных неравенствах Фишера-Карамы Рао, которые являются неулучшаемыми, есть методы, которые дают возможности сколь угодно близко приближаться к тем оценкам, которые дают эти неравенства. Так, перечислю основные результаты представленной диссертации. Разработана новая схема метода дифференциальных неравенств для исследования скорости исходимости решения систем дифференциальных уравнений, которая применена для получения и для изучения систем массового обслуживания марковского типа, различных типов процессов, с конечным пространством состояния, в котором все требования поступают одновременно, обслуживаются каждый в отдельности. Следующий класс. С конечным пространством состояния, в котором требования поступают по одному и обслуживаются одновременно для всей группы. Третий класс – с конечным пространством состояния, в котором требования поступают только парами, обслуживаются по одному. И, наконец, последний, четвертый класс таких систем – это со счетным пространством состояния, в котором требования поступают по одному, а обслуживаются только парами. В рамках этого исследования разработана новая схема
исследования скорости сходимости для решения систем дифференциальных уравнений, основанных на использовании функции Ляпунова, которая затем применена для изучения систем массового обслуживания марковского типа, вот различных типов. Именно однородный процесс рождения гибели с конечным пространственным состоянием, в котором требования поступают группой и обслуживаются по одному, и с конечным пространственным состоянием, которое в начальный момент требования поступает группами, а затем только по одному обслуживается по одному. Далее, полученные новые оценки скорости, сходимости и устойчивости для перечисленных выше вот, систем массового обслуживания, полученные оценки, применены для построения предельных характеристик процесса. Теперь относительно замечаний по работе. Чисто формально, так сказать, обязательно содержание автореферата полностью соответствует основным положениям диссертации. Достоверность результата обусловлена применением диссертации строгих математических доказательств. Теперь относительно замечаний. Вот основное замечание связано по существу с некими неудобствами и трудностями в понимании текущем, так сказать, при чтении этой работы, понимания результатов и их, так сказать, содержательного смысла относительно, в частности, вводимых ограничений на параметры. В частности, работы, как правило, не поясняется, в какой мере накладывание теоремах условия проверяемы. Иногда не дается строгого определения вводимых параметров вот на уровне так сказать, формулировки теоремы. Не всегда понятна связь описываемой модели обслуживания исследования затем систем уравнений Калмогорова. И в определенной мере все это проясняется при дальнейшем чтении, при рассмотрении, в частности, соответствующих числовых примеров. Ну вот, тем не менее, могло бы быть более понятным и в таком строгом стиле изложено на этапе формулирования теорем. Теперь заключение. Диссертационное исследование Крюковой Анастасии Леонидовны, я зачитываю полностью это заключение, является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи полученной, а именно получение оценок скорости сходимости, устойчивости и погрешности аппроксимации для различных классов моделей марковского типа, имеющих важное значение для исследования систем массового обслуживания. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертацией на соискание ученой степени кандидата физмат-наук, согласно пункту 2.2 раздела 2 положения о присуждении ученой степени Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования Российского университета дружбы народа и утвержденное соответствующим советом РУДН, соответствующим номером протокола. А ее автор Крюкова Анастасия Леонидовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 математическое моделирование численных методов и комплексных программ за разработку и апробацию новых эффективных методов и систем для предельных характеристик нестационарных марковских процессов. Соответствующая подпись. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Витальевич. Есть ли вопросы к Александру Витальевичу? Если вопросов нет, то слово для ответа официальному оппоненту предоставляется соискателю. Спасибо, Александр Витальевич, за замечание. Полностью согласна. Понимаю, что надо работать над стилем изложения. Спасибо. Мне больше нечего добавить. Удовлетворен ли официальный оппонент ответами соискателя? Да. Спасибо. Спасибо. Прежде чем я дам слово следующему оппоненту, еще раз напоминаю, что члены совета должны держать камеру включенной все время заседания. Слово предоставляется второму оппоненту, доктору технических наук Степану Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич, прошу вас, пожалуйста. Как уважаемые члены Диссертационного совета,
Я не буду подробно останавливаться на характеристике содержания работы. Она имеется в письменном отзыве с должной полнотой содержания. Было сказано в докладе соискателя и выступлении первого оппонента. Выскажу свое мнение об актуальности тематики и научной новизне полученных результатов. Модель систем массового обслуживания широко используется для оценки объема ресурсов технических систем, отданного в общее пользование потребителей разнообразных услуг. Причем пользователи могут быть как люди, так и технические устройства. Чаще всего в качестве технических систем рассматриваются сети связи. Оценка необходимого объема телекоммуникационного ресурса и разработка сценариев его эффективного распределения между пользователями услуг связи являются основными задачами, которые решаются с помощью алгоритмов и методов, основанных на использовании моделей систем массового обслуживания. Сети связи являются весьма сложным объектом исследования, поэтому обычно они анализируются на уровне отдельных сегментов, чаще всего таковыми выступают узлы доступа. Для описания моделей поступления обслуживания заявок используются марковские процессы, которые, как правило, рассматриваются в стационарном режиме. В результате теряется возможность исследования динамики изменений состояния модели, что очень важно для практических приложений, в частности для изучения теоретического обоснования сценария выхода систем связи и состояния перегрузки. Вот одно из интересных направлений связано с анализом переходного режима. Разработке инструментов анализа переходного режима как раз посвящена диссертация Крюковой Анастасии Леонидовны, что говорит об актуальности выбранного направления исследования. Сразу отмечу, что анализ переходного режима – задача технически сложная. С одной стороны, решение подобных задач требует хорошего владения теоретическим аппаратом случайных процессов. С другой стороны, для расширения круга исследуемых ситуаций и моделей ответ приходится получать в численном виде в результате составления и последующего решения численного метода систем дифференциальных уравнений. Мне представляется, что все эти навыки автор диссертации в полной мере продемонстрировал, что говорит о наличии у соискателя требуемой квалификации. Научная новизна результатов диссертации Крюковой Анастасии Леонидовны следует из включения в оборот специалистов новых классов нестационарных марковских моделей систем массового обслуживания, для которых получены оценки скорости сходимости к предельным значениям. Ну, я не буду повторять список этих новых моделей, который уже несколько раз был озвучен. Скажу только, что этот список может быть расширен, на мой взгляд. И значит, эти методы, они действительно являются методами и допускают возможность применения к более широкому кругу ситуаций. Для перечисленных моделей получены оценки скорости сходимости и устойчивости. Показано применение этих оценок для построения основных предельных характеристик конкретных систем с заданными периодическими функциями интенсивности поступления обслуживания требований. Результаты строго обоснованы с помощью методов теории линейных дифференциальных уравнений, теории вероятности и случайных процессов. Все приведенные в диссертации оригинальные утверждения были своевременно опубликованы в научных журналах, индексируемых в базах ВАК Российской Федерации, Скопус и ВОЗ, и достаточно полно представлены на международных конференциях. По недостаткам, я тут два недостатка небольших отметил. Первый. Многие понятия определения, приведенные в первой главе, являются общепринятыми в данной области исследований. Поэтому можно было бы избежать их полного повторения в работе, ограничившись только упоминаниями или ссылкой на библиографические источники. Второе замечание. Диссертация содержит значительное число численных примеров, выполненных в одном стиле. Однако очень кратко описан алгоритм организации вычислений, что опять-таки имеет большое значение для приложений, для тех, кто попытается использовать полученные автором результаты для проведения своих исследований. Указанные недостатки не снижают общее положительное впечатление о диссертационной работе.
Значит, выводы по работе. Диссертационное исследование Крюк Анастасии Леонидовны является законченной научно-квалификационной работой, содержащей существенный вклад в развитие методов оценивания устойчивости и скорости сходимости для важных классов марковских процессов, моделирующих стохастическую динамику систем массового обслуживания, а также методов вычисления их предельных характеристик. Результаты, выносимые на защиту, являются новыми, теоретически обоснованными и подтверждены численными примерами. Публикация автора свидетельствует о высокой степени апробации работы как на различных конференциях, так и в российской и зарубежной печати. Содержание диссертации достаточно полно отражено в автореферате. Диссертант, я уже это отмечал, вот еще раз отмечу, продемонстрировал владение сложной техникой математического анализа нестационарных марковских процессов и умение строить соответствующие вычислительные алгоритмы. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, согласно пункту 2.2 раздела 2 положения о присуждении ученых степеней Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования Российский университет дружбы народов, утвержденный ученым советом РУДН, протокол номер 12 от 23.09.2019 года. А ее автор Крюкова Анастасия Леонидовна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-17 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. У меня все. Спасибо, Сергей Николаевич. Есть ли вопросы к Сергею Николаевичу? Если вопросов нет, то слово для ответа официальному оппоненту предоставляется соискателю. Спасибо большое, Сергей Николаевич. С замечаниями, конечно, согласна. С первым замечанием остается вообще просто только согласиться. А что касается второго замечания, метод, лежащий в основе программного решения, метод Рунге-Кутта, и в силу четвертого порядка, и в силу его общеизвестности, посчитала, что не требует описания. А алгоритмическую часть вычислений и предельных характеристик кратко описала в тексте диссертации на странице 34. Спасибо большое за замечание, не согласна. У меня спасибо. Все. Удовлетворен ли официальный оппонент отзывами, ответами соискателя? Полностью удовлетворен. Большое спасибо. Когда слово предоставляется третьему оппоненту, кандидату физико-математических наук Сопину Эдуарду Сергеевичу. Эдуард Сергеевич, включите, пожалуйста, камеру. Да, спасибо. Слушаем вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, с вашего разрешения, не буду повторять полностью свой отзыв, который имеется в деле. К тому же, мои коллеги-оппоненты уже достаточно подробно о ней рассказали, поэтому я, пожалуй, остановлюсь на... довольно коротко выступлю, остановлюсь на некоторых моментах, которые, на мой взгляд, имеют большое значение. Это, во-первых, актуальность решаемых в диссертации задач. На мой взгляд, то, что исследуется система, то есть исследуются частные случаи с периодическими интенсивностями поступления и обслуживания, является очень важным, поскольку, ну, в принципе, нам известно, да, что как раз интенсивность поступления, трафик в телекоммуникационных сетях, он как раз имеет такую периодическую структуру. Имеется периодичность суточная, имеется периодичность недельная, есть даже годовая периодичность. Поэтому получение вот таких вот предельных оценок, ну, понятное дело, устойчивости моделей при таких периодичных интенсивностях поступления и обслуживания и получение предельных оценок характеристик таких систем является крайне важным. Вот. Помимо этого, я бы хотел отметить довольно аккуратную работу соискателя, то есть все полученные формулы аккуратно выведены с хорошей, на мой взгляд, математической культурой. Вот. Ну, конечно, имеется и, безусловно, ряд недостатков в диссертации. Так, например, в первой главе
описаны основные и общепринятые в области исследования морских процессов понятия утверждения, в том числе рассказывается о методе логарифмической нормы. Вот. Но при этом предлагаемые модели и предлагаемые методы, которые вот в диссертации изложены, они являются альтернативой этому методу логарифмической нормы. И, с одной стороны, понятно, что исследуются именно модели, в которых метод логарифмической нормы неприменим или дает плохие результаты. Поэтому сравнения непосредственно в диссертации нет. Но вот поэтому хотелось бы предложить рассмотрение какой-то модели, в которой можно было бы сопоставить оценки и характеристики, которые получаются разными методами, например, методом логарифмической нормы и, например, методом на основе функции Ляпунова. И сопоставить эти характеристики, посмотреть, сравнить их как-то. Вот. Следующее замечание касается дополнительных условий на интенсивности обслуживания. Вот в разделе, в главе 2, в разделе 2.1 вводятся дополнительные условия на интенсивности обслуживания, что интенсивность обслуживания в состоянии И, она меньше или равна, чем в состоянии И плюс 1. Вот. При этом соискатель не поясняет, автор диссертации не поясняет, чем вызвано такое условие. Связано ли это с усложнением анализа при невыполнении этого условия, или имеется в виду, возможно, автор имел в виду какую-то определенную систему, в которой вот имеется такое ограничение на интенсивности обслуживания. Вот. Хотелось бы, чтобы это было как-то пояснено. Вот. Ну и в плюс дополнительно есть некоторые замечания по обозначениям. То есть не все обозначения аккуратно расписаны. Вот. Не то чтобы их много, но, по крайней мере, я вот отметил в отзыве несколько таких вопросов. Например, в замечании 1 в первой главе используется обозначение, что лямбда принадлежит сигма от А, однако что такое сигма от А в тексте не поясняется. Вот. Однако отмеченные недостатки не влияют на итоговую положительную оценку работы. Вот. И в заключение я хотел бы сказать, что диссертационное исследование Крюк Анастасии Леонидовны является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержатся хорошо обоснованные теоретические исследования нестационарных марковских процессов, описывающие некоторые модели теории массового обслуживания. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук, а ее автор, Курикова Анастасия Леонидовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-17. На этом все. Извините, пожалуйста. Спасибо, Эдуард Сергеевич. Есть ли вопросы к Эдуарду Сергеевичу? Вопросов нет. Тогда слово для ответа официальному оппоненту предоставляется соискателю. Спасибо большое, Эдуард Сергеевич, за замечания. С замечаниями, конечно, согласна. Что касается метода логарифмической нормы, поскольку он содержится в работах Александра Израильевича Зейфмана и соавторов, и, в общем-то, общепринятый, поэтому в работе избегала описания и... Да, в качестве альтернативы предлагались другие методы, поэтому и избегала описания метода логарифмической нормы. Что касается второго замечания про параметры, вот про конкретный параметр μ, который не превосходит μ плюс первого, это требование стандартное в таких моделях и всегда предполагается в выполнении этого условия. Что касается третьего замечания по поводу не всех введенных параметров, да, конечно, что касается вот конкретно этого обозначения, конечно, нужно было написать, что сигма А – это обозначение спектра оператора, вот, но признаю такие как бы огрехи, согласна со всеми вашими замечаниями, спасибо большое. Все. Удовлетворен ли официальный оппонент ответами соискателя? Да, удовлетворен. Спасибо. Теперь по регламенту переходим к дискуссии. Кто хочет выступить по заслуженной диссертации? Дмитрий Сергеевич, можно выступить?
Да, конечно. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Ружинина Ольга Валентиновна, главный научный сотрудник ФИЦИ УРАН, член диссертационного совета. Я хотела бы отметить вклад диссертанта в теорию устойчивости, а именно в расширение применимости метода функции Липунова. В этом смысле результаты, которые получены в диссертации, носят классический характер. Результаты тем более интересны, что анализ устойчивости и получение оценок устойчивости для нестационарного многомерного случая является очень трудной задачей. Также хочу отметить перспективность подходов, которые разработаны в диссертации. Это подход на основе дифференциальных неравенств и подход на основе применения функции Липунова. Думаю, что эти подходы можно применить и к другим классам моделей. Я хочу обратиться к членам совета с просьбой поддержать диссертацию Анастасии Леонидовны. Все. Большое спасибо, Ольга Валентиновна. А есть ли еще желающие выступить в дискуссии? Да, Дмитрий Сергеевич, я поднял руку. Это Константин Евгеньевич. Пожалуйста, да. Здравствуйте, коллеги. Я Самойлов Константин Евгеньевич, заведующий кафедрой прикладной информатики и теории вероятности и член диссертационного совета. Ну, я хочу, во-первых, сказать, что мы хорошо знаем в нашем диссертационном совете и на кафедре у нас, мы хорошо знаем школу профессора Зейфмана и особенности задач, которые решаются в этой школе. Ну, по-моему, это N плюс первая защита его учеников в нашем совете. N, я не помню, чему равно, но точно больше двух, наверное. Ну, правда, Александр Израилевич очень скромно характеризовал саму диссертантку. Я не буду на этом останавливаться, а скажу лишь следующее. Ну вот, я обращу внимание на отзывы, которые давались на авторефераты, давались на оппонентами. Александр Израилевич, его школа позиционируется в том числе при исследовании характеристик систем массового обслуживания, функционирующих в нестационарном режиме. Стационарные характеристики исследуются тоже, это вот принято у нас в РУДН, и обычно эти диссертации, когда исследуются конкретные показатели телекоммуникационных систем, это предмет специальности 05-13-17. Александр Израилевич уже не первый раз выводит своих учеников на защиту по специальности 05-13-18 в нашем совете. Ну а в нашем совете вообще достаточно вполне очень серьезных специалистов по решению задач и знатоков методов, которые, собственно говоря, представляют нам ученики Александра Израилевича. Я очень рад, что это выдерживается. С точки зрения теории массового обслуживания, очень важные вещи заключаются в том, что новые приложения теории массового обслуживания требует исследования систем массового обслуживания именно в нестационарном режиме. Ну, в том числе сети пятого и будущего шестого поколения характеризуются задачами и технологиями исследования этих систем с ультрамалыми задержками. Да, как бы и нам необходимо на краткосрочных периодах оценивать характеристики каких-то систем. Ну, в том числе, когда они могут быть неустойчивыми. Например, когда поступающий поток на такие системы является, например, периодическим. То, о чем, собственно, говорила диссертантка. Ну, и вот это уже защита, которая вот сложилась у профессора Зейфмана и Анастасии, да, она прошла правильный путь при подаче диссертации, достаточно длительный. Выступала у нас на кафедре, на межвузовском семинаре у нас в университете. Вот. Прошла все этапы, ну, включая экспертизу специалистов и исследователей вот нашей 18-й специальности. Ну, я обращаю внимание тоже, что были замечания. Вот спасибо Юрию Петровичу Рубакову, он коротко совершенно выступил по этим вопросам. Ну, я думаю, что Александр Израильевич и его ученики в дальнейшем тоже будут придерживаться вот этой такой представления своих результатов, в том числе и в нашем совете, и учитывать замечания, которые при этом возникают. Ну, с моей точки зрения, вот в таких условиях, в которых прошла защита, то, что я сейчас слышал от специалистов 18-й специальности, вот, я уверен, что работа высокого уровня,
квалификационная работа, выполнена на очень хорошем уровне, как всегда в школе профессора Зейфмана. Ну и она заслуживает одобрения, и я буду ее поддерживать при голосовании. Спасибо, коллеги, спасибо, Дмитрий Сергеевич. Спасибо большое. Есть ли еще желающие? Здравствуйте, можно выступить? Да, да, да. Медведева Екатерина Георгиевна, кандидат физико-математических наук, кафедра прикладной информатики и теории вероятности РУДН. Хочу отметить, что задачи, которые мы сегодня увидели, актуальны. Могу сказать это о приложениях к нашей области, области телекоммуникации, где, как Сенгенч уже сказал, из-за неоднородности сетей, неоднородности услуг, нестационарность потоков, которые были представлены Анастасией, выходит на передний план. Поэтому такие оценки характеристик сходимости, устойчивости, погрешности, аппроксимации для различных множественных классов моделей, это все востребовано, особенно учитывая постоянное усложнение технологий. А групповое поступление, анализ группового обслуживания заявок соответствует обслуживанию пакетов данных и конкретных, в конкретных протоколах передачи данных в сетях телекоммуникаций. Важно, что мы увидели численные результаты, которые были получены с помощью разработанных программ. Я считаю, что Анастасия получила значимые результаты в этой области и считаю, что заслуживает присвоения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18. Спасибо большое. Есть ли еще желающие выступить? Если нет желающих выступить, тогда соискателю предоставляется заключительное слово. Пожалуйста. Спасибо большое всем участникам сегодняшнего заседания за то, что выслушали меня, за все замечания, которые были высказаны к моей работе. Постараюсь все услышать и все учесть. И спасибо большое. Спасибо. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе. Малых Михаил Дмитриевич, Рыбаков Юрий Петрович, Дружинина Ольга Валентиновна. Есть ли возражения? Если возражений нет, то ставлю на открытое голосование. Я буду зачитывать список присутствующих, а вы, пожалуйста, говорите да или нет. Севастьянов. Леонид Антонович. Виноват? Да. Да. Самуилов? Да. Кулябов? Да. Демидова? Да. Боголюбов? Да. Дружинина? Ольга Валентиновна? Ольга Валентиновна. Просто микрофон выключен. Да. Угу. Ланеев? Да. Малых? Да. Орлов? Да. Рыбаков? Кипанов. Да. Единин. Я да. Единогласно. Всем разосланы ссылки на корпоративные адреса почты для проведения тайного голосования. Объявляется перерыв для проведения тайного голосования. Прошу всех проголосовать.
Один человек не проголосовал еще. Дмитрий Сергеевич, не могу выйти в корпоративную почту. Нифига, Евгений Борисович. Да, мы подождем, да. Дмитрий Сергеевич, возможно, мне надо перегрузить компьютер и войти снова. Можно выгрузиться из собрания или нет? Нет, пожалуйста, не выгружайтесь из собрания, пожалуйста. Не выгружайтесь. Нет соединения с корпоративной почтой, не могу. Дмитрий Сергеевич, у нас же есть, наверное, процедура. Просто, ну, не страшный, действительно, бюллетень. Да, да, сейчас разберемся. Да, ну все, Евгений Борисович проголосовал, у него получилось. Попросим теперь... председателя счетной комиссии огласить протокол счетной комиссии. Михаил Дмитриевич, пожалуйста. Спасибо. Согласно. Так, а у меня результаты не появились. Сейчас вот покажут. Да. Написано, что должно появиться, но не появилось. Итак, сеть, да. Согласно тайному голосованию по вопросу о присуждении ученой степени кандидата физико-математических наук Крюковой Анастасии Леонидовны, проголосовало 12 человек из 12, за проголосовало 12 человек, против проголосовало 0 человек. Спасибо. Кто за утверждение протокола счетной комиссии, прошу голосовать. Опять так же, как в прошлый раз. Севастьянов. Леонид Антонович, звук, пожалуйста. Да. Самойлов. Да. Кулябов, да. Демидова. Да. Боголюбов. Да. Руженина. Да. Ланеев. Да. Малых. Да. Орлов. Да. Рыбаков. Да. Степанов. Да. Щетинин. Я за. Да. Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. Теперь нам надо принять заключение по рассмотренной диссертации. Проект заключения разослан членам совета. Есть ли дополнения или изменения проект заключения, либо мы его принимаем? Ну, я поздравляю. Как всегда. Итак, изменений не предложено. Кто за принятие текста заключения, прошу голосовать открытым голосованием. Итак, Севастьянов. Да. Самойлов. Да. Кулябов. Да. Демидова.
Боголюбов. Да. Дружинина. Да. Ланиев. Да. Малых. Да. Орлов. Да. Рыбаков. Да. Степанов. Да. Щетинин. Да. Заключение принимается единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, представленная Крюковой Анастасией Леонидовной, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение проблем получения явных оценок скорости сходимости и устойчивости построения на их извините. Построение на их основе предельных характеристик систем массового обслуживания марковского типа, для которых применение метода, связанное с использованием логарифмической нормы, не является источником содержательных результатов. Работа отвечает всем требованиям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Согласно пункту 2.2, раздела 2, положение о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет Дружбы народов, утвержденного ученым советом РУДН, протокол номер 12, от 23.09.2019 года. На основании тайного голосования Крюковой Анастасии Леонидовне присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18 математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Есть ли у присутствующих замечания по ведению собрания? Замечаний нет. Разрешите поздравить Крюкову Анастасию Леонидовну с успешной защитой диссертации. Поздравляю вас. Повестка дня текущего заседания исчерпана. Спасибо всем. До свидания. До свидания, коллеги. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Большое спасибо за такое позитивное рассмотрение диссертации. Теперь жалко, что учительная часть совета, да, не здесь.